Семена душистого горошка Little Sweet Herb Mix, Latiras odoratus Little Sweet Head Mix, высевают в почву на расстоянии 10-20 см. Предпочтительно в плодородный грунт, на солнечную территорию. Может выдержать небольшое затенение. Не нуждается в опоре. Растет не выше 20 см. Цветы имеют крупные, собранные по несколько штук, разные окраски. Растение источает нежный аромат, особенно вечером, после дождя. Цветет непрерывно с июня до морозов. Привлекательно смотрится в подвесных кашпо на балконах, в беседках. Цветы белого, розового, малинового окраса радуют глаз, поднимают настроение. Душистый горошек Little Sweet Herb Mix – это однолетнее растение высотой 20 см. Горох прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания горохи прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает душистый горошек Little Sweet Herb Mix в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют средний аромат. Цветок окрашен в микс-цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.